Ты очень-очень мне нужна. Помнить я тобой дышу. Ты в это вряд ли влюблена. Но я живу, пока держу твою ладонь в своей руке. И трещины на потолке напоминают мне о том, что без тебя я был никем. Прошу, вернись. Наверное, я слишком влюблен. Я снова начал слушать Земфиру. Листая твоя фото в альбомах, не хотели тысячи раз. Я слишком влюблен. И в каждом моем мысле ты вирус. Я скоро буду ждать тебя дома, бессмысленным поиском глаз. Зачем ты бьешь? Береста, и это второй причал этой базы. Несмотря на дождь, под водой комфортно, вода теплая, руки не мерзнут, все хорошо, нырять не хочу. Как погружение, Павлин? Хорошо проходит? Глубоко. Отдохнул уже? Чувствуешь, отпуск начался? Да. Выезд выходного дня. Отдых семейный называется. Девочки, две ванных картошки надо почистить. А можно вас попросить как бы комментировать? Мы же собрались на вот этом мастер-классе по приготовлению замороженной рыбы. Берем нож. Кладем, отрезаем сначала и какую-то часть тела и сзади вот тоже. И вдоль. Вытряхиваем соль и на костер. Павлина, вы удивлены тем, как умело гранд-мастер по приготовлению скумбрии разделал? Он вам мне давал попробовать уже фирменную замороженную голову скумбрии? Нет. Ни хвоста, ни головы. Сейчас у него все для вас готово, секундочку. Вот, смотрите, значит, это все мусор. Вот это вот люди едят. Пожалуйста, угощайтесь. Господа подводники. Это все
что останется после меня.